Добрый день. Видео от Димы Саныча Сазан Фиш, в котором я бы хотел показать, каким образом мы крепим наши оснащенные приманки на обычный крюк без использования стопорного способа крепления, либо петлевого. Приманки выпускаются нами по собственным рецептам. Вот я беру размер 14 миллиметров, оснащенный тонущий бойлик, который продет на ниточку. Достаточно эту ниточку лишь завязать на поддеве крючка с тем, чтобы прикрепить приманку. Нет необходимости пользоваться петлевой способ крепления, либо монтажи со стопорами. Вот я завязал узелок, образовалась такая петелька, и теперь, взяв обычный крючок, поводок с обычным крючком, мы крепим бойлик на цевье крючка, при этом делая несколько перехлестов для того, чтобы бойл более надежно был закреплен на цевье, и тем самым возникает возможность отрегулировать расстояние от приманки до крючка. То есть можно оставить приманку на некотором удалении от крючка. Тогда рыба будет пробовать и не почувствует никакого подвоха, крючка не почувствует. Либо можно по желанию рыболова, проводя эксперименты, рыбалка — процесс, как известно, творческий, можно бойлик вплотную прикрепить к цевью. Вот, скажем так, либо еще поближе.